Представители вооруженных сил встречаются в таком масштабном формате нечасто, несколько раз в год, но всегда с боевым и дружеским настроем. В неформальной праздничной обстановке они видятся с теми, кто еще в строю и на посту. Хотя для военного человека такие понятия имеют косвенный характер, ведь они всегда на чеку и в любой момент готовы выступить на защиту нашей Родины. Бывших военных не бывает. Впервые в практике ракетных войск, когда оценили деятельность инженеров, которые ставят на боевое дежурство ракетные комплексы и дальше их эксплуатируют, эти комплексы. Вот среди этих инженеров как раз честь была удостоена и быть мне, когда присуждена была премия лауреата государственной премии СССР, 83-й год. Это было впервые в практике ракетных войск. В фойе культурно-спортивного центра «Мечта» на интерактивной площадке можно было пострелять в электронном тире или посмотреть выставку военных экспонатов. Оживленное общение проходило и во время дружеского чаепития. Некоторые из гостей застали еще времена Красной Армии и с большим воодушевлением вспоминают былые годы. Раньше я даже помню, когда со школьников был, еще в 6-м классе, это где-то 30-е годы, в Приморском крае, в Уссурийске. Как встречали военных, как они проходили парадом, как мы дали подарки. Подарки были простые. Зубная щетка, мылка, кусочек порошка. Вот ходили, дарили им. Молодежь Одинцовского района патриотически настроена и воспитана еще с малых лет. Прошлый осенний призыв тому доказательство. Наш район занял первое место в Московской области среди всех муниципальных образований в подготовке и призыву граждан на военную службу. Еще мальчишка, я горжусь этим, я выбрал эту профессию защитника Родины. И вот уже более 40 лет я в этом огромном отряде, в этой армии защитников Отечества нахожусь. Чем я горжусь, и для меня особой честью является то, что в этом же строю находятся наши прекрасные ветераны Великой Отечественной войны, которые являются для нас, скажем, знаменем, наверное, ориентиром служения Отечеству. Торжественная часть праздника началась с минуты молчания в память о героях Отечества. Большое индивидуальное внимание в администрации всегда уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. Мы видели этих людей, мы видели их радостные лица, когда к ним приходили люди, просто беседовали, поздравляли, вручали подарки и просто беседовали. Вот человеку в большинстве случаев во внимание нужно встреча и беседа, что он не забыт, что его помнят, что его подвиг чтят все люди, которые живут рядом с ним. В концертную программу вошли поздравления и от детей. Хоть девочки, как мальчики, не служат, я знаю, как солдату важно, нужно сквозь километры знать всегда о том, что ждет его любовь и отчий дом. Такие встречи лишний раз доказывают, что у нас есть доблестные герои-защитники, которые являются примером стойкости и мужества для современного поколения молодых ребят. Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».